крупный промысловый моллюск, морской гребешок, живет у берегов океана на мелководье. Его добыча – нетрудное дело. Интенсивный промысел гребешка привел почти к полному уничтожению этого замечательного морского продукта. Теперь и бывалым аквалангистам нечасто удается добыть со дна лакомый моллюск. Вкусно, даже в сыром виде. Ученые решили восстановить запасы ценного моллюска. Они предложили выращивать его личинки на гирляндах пустых раковин. Личинки приживаются хорошо. Смотрите, сколько их. Для защиты от хищников в 4-месячном возрасте они переводятся в садки. Маленькие гребешки чувствуют себя здесь отлично. Проходит время, и они становятся такими. Но только через 5 лет морские гребешки достигнут зрелого возраста. И стоит ждать. Ведь из мяса взрослого моллюска можно приготовить более 200 вкусных блюд. Эти шары в заливе Пасьета удерживают целые подводные плантации морских гребешков. Такие хозяйства – пример бережного, рационального использования природных богатств.